Здравствуйте, рад вас приветствовать снова на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня мы поговорим о машинке для фейдинга. Машинка от Эндис, которая называется довольно просто и лаконично Fade. Ну, в принципе, название многообещающее. Итак, для начала, как всегда, разглядываем коробку. На коробке у Эндис по давней традиции в натуральную величину изображена машинка и перечислены основные преимущества этой машинки и комплектации. В комплектации у нас 6 насадок от 3 до 25 мм. Указано, что оснащено специальным лезвием для фейда. Указано, что есть регулировка длины среза и указан диапазон регулировки. От номера 5.0 до номера 3.0, то есть примерно от 0.2 до 0.5 мм. Само собой, это немножко может настраиваться за счет винтов на ноже. Используется здесь так называемый магнитный мотор. У нас он чаще называется индукционный мотор. Это мотор простейшей конструкции. В принципе, в своем видео о типах мотора я уже говорил, что у мотора есть одно достоинство, это то, что он неубиваемый практически, и целый ряд недостатков. На оборотной стороне у нас, в общем-то, все то же самое перечисляется. Указаны опять эти насадки, указано, что есть защитный колпачок, щеточка и масло. Опять рассказывают, какая это замечательная машинка, что может стричь мокрые и сухие волосы, что, конечно же, является неправдой. Магнитный, он же индукционный мотор, очень плохо стрижет мокрые волосы. И говорится про то, что здесь замечательное лезвие и очень тихий мотор, который все время остается холодным. Но, опять же, утверждение довольно-таки спорное. Чуть позже послушаем машинку и решим, обманули они нас или нет. Пожалуй, все. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас такое пластиковое корыто, в котором лежит у нас макулатура, которая, как всегда, нас не интересует, поскольку инструкции мы будем читать после того, как сломаем машинку. Лежат насадки. Насадки довольно-таки качественные. Давайте распакуем. Достанем хотя бы одну насадку и примерим ее на машинку. Достаем машинку. Снимаем защитную насадку и примеряем насадочку номер 1 3 мм. На самом деле меня несколько удивляет выбор насадок к машинке для фейда. Машинка позиционируется как агрегат, специально созданный для фейдинга. Но при этом минимальный размер насадки в комплекте 3 мм, при том, что сам нож от 0.2 до 0.5 мм. Гораздо логичнее было бы дать в комплект к этой машинке насадки 1,5, 3, 4,5, 6 мм. Насадка 25 мм здесь не нужна абсолютно. Но, тем не менее, здесь есть насадка 25 мм и нет насадки 1,5 мм. Ну, как-то это странненько. Давайте посмотрим на машиночку. Машиночка выполнена у нас в золотом цвете с металлическим блеском. В принципе, ничего такого экзотического здесь нет. Здесь используется обычный, в общем-то, индуктивный мотор, примерно такой же, как в машинках Wall или Moser, со всеми вытекающими недостатками. Мощность двигателя здесь 8 Вт, это несколько ниже, чем у тех же валовских машинок. То есть мощность достаточно маленькая у машинки. И для снятия массы я бы ее не рекомендовал. С другой стороны, ее для этого и не делали. Ее делали для фейдинга. Ну, давайте размотаем шнур, включим и посмотрим. Итак, шнур здесь обычный, в общем-то, для валовских и прочих американских машинок длины. Около 2,5 метров, 8 футов, 2,40. Эргономика довольно-таки хорошая, в руке лежит удобно. Корпус маленький, меньше, чем у тех же валовских машинок. Лежит, хорошо лежит. Нигде ничего не мешается, не упирается. Ну, давайте включим. Ну,
машинка с очень сильной вибрацией, шумная. Какие еще плюсы можно здесь отметить? Ну, само собой, она будет довольно слабая. Как видите, здесь мотор легко останавливается. Судя по всему, здесь он еще и не настроен с завода. Ну или просто нож здесь не смазан. Давайте попробуем его смазать и запустить снова. Смазываем, как и положено, в 5 местах. Раз, два, три, 4, 5. Включаем. Ну вот, после смазывания лучше не стало. Машинка просто даже не стартует. Ну вот сейчас она наконец-таки разработалась. Хватает ей смазки. Давайте попробуем еще раз поднастроить. Итак, что же мне хочется сказать по поводу этой машинки? Машинка... Фактически это ответ валовским Magic Clip и легенде. Здесь Эндис, как всегда, пытается возвести в абсолют чужие идеи. Сделали нож еще тоньше. Если там у валовских машинок там до 2,5 мм, вот 0,5 мм, нож для фейдинга, то здесь у нас нож от 0,2 до 0,5 мм. А разбег довольно маленький, поэтому я не знаю, насколько удобно будет делать этой машинкой действительно фейд. И кроме того, здесь не самый удачный набор насадок. Можно, конечно же, купить насадки отдельно, скажем, магнитные насадки Эндис, и тогда будет это вах, как круто, но тем не менее из коробки здесь не хватает явно насадочки в 1,5 мм, ну и неплохо бы еще и 4,5 мм. Кроме того, надо отметить, что моторчик довольно слабый. Моторчик довольно шумный и с довольно сильной вибрацией. Температуру, конечно же, за такой короткий тест замерить никак мы не могли успеть, но что-то мне подсказывает, что и довольно сильно будет греться эта машинка. Эндис, в принципе, все машинки горячие, плюс здесь индукционный мотор, который тоже обладает большим тепловыделением. Ну и похоже, здесь ножи не самого высокого качества в плане обработки, заточки, поскольку вы видели, не сразу удалось мне нож раскачать с завода. Возможно, конечно, там была просто какая-то смазка загустевшая. Такое тоже бывает на многих ножах, что с завода они вообще не шевелятся из-за застывшей смазки. Ну, сейчас включается нормально. Тем не менее, мощность машинки небольшая, и нож легко остановить рукой. На этом, пожалуй, все. Такая вот забавная машиночка. Такой забавный обзор на нее. Если будут еще вопросы, спрашивайте под видео. Кстати говоря, один из главных вопросов – цена. Конкретный ценник, как всегда, озвучивать не буду, но эта машинка значительно дешевле, чем валовские машинки, чем тот же Magic Clip проводной. Ну, видимо, за счет этого и надеется Эндис продавать эти машинки. Если что, заходите в наш магазин «Енот Постригун», ну и не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, которая тоже называется «Внезапно, но Енот Постригун». На этом все. Пока-пока.